Ну что, мы приехали на онлайн-конференцию Первого канала. Надеюсь, мы сможем ответить на все интересующие вас вопросы вживую, по-настоящему, по-честному, как оно и есть. Потому что, как я уже писала на своем сайте, нам скрывать нечего. Наша пара, она вся на ладошке. Мадур. Юлия пишет. Руслан, чем ты будешь заниматься после проекта? Твое сердце свободно? Вау. Ну-ка, колись. Мое сердце никогда не свободно, наверное. Нет, ну, такой вопрос, конечно. Я не знала, кстати. Ваша техника танца необычная, в то же время грациозна, как на льду, так и на танцполе. Но все же вам пока не удается взять все 6-0. Это верно. Я не буду задавать вопросов, почему. Я лучше задам, что вам нужно поменять в вашей паре, чтобы получить все 6-0. Проверяю вопрос. Мне тоже очень интересен ответ на этот вопрос. Что же нам надо сделать? В итоге все равно мы как бы немножко идем вверх. Даже. Мы цель поставили, мы, да. Пусть медленно, пусть, но зато, мне кажется, уверенно, и какой-то есть результат. Может, нужно так и подниматься, не скачками такими значительными. Песня Timbaland и Нелли Фуртадо. «Say it right». Очень, очень хорошая вещь, очень глубокая, очень интересная, очень хоповая, очень ритмичная. И такие затактовые вещи, которые можно обыгрывать. И по мне, так это «Срыв башки» мне очень нравится. Вот это вот мой стиль, это моя стихия, современный танец. Может быть, поэтому как-то вот все не получалось и с классикой, и еще с чем-то. Но сейчас уже вот Руслан гоняет мои стопы, мои там еще что-то, дотянули пятку, носочек не дотянули. А я Руслику показываю, как это так качать надо вот этой частью для того, чтобы создалось ощущение хоповых движений. Слава Богу, взрослые люди, а так здорово способно учимся, правда? Для сегодняшнего выступления казахская пара Линда Нигматуллина и Руслан Гончаров выбрали хит Нелли Фуртадо и Timbaland «Say it right». Что-то здесь меня насторожило в этом танце, какая-то эклектичность. То кусочек очень, не длинный, но очень хороший, хорошо поставленный, энергично исполненный, то вдруг какой-то провал. Да, так и было. Мне тоже показалось. Да, были, конечно же, движения хип-хопа, но, в общем-то, хотелось больше. Может быть, обратить внимание хореографов. Ребята стараются и танцуют в удовольствие, и у них получается. И мне показалось, что даже номер о том, что кто кого перетанцует. Поэтому, может быть, и были какие-то пробелы в номере.
очень красиво. Мне это там покрасовочки чуть не одинаково, может, но это фигня все. Главное, настроение было вообще крутое. Твоя тема, хорошая. И Руслик расплясался. Руслик уже такой там будет. Это еще пару дней вообще было. Ну да, да, все время последний момент. Предчувствие у меня неплохое. Да? Предчувствие неплохое. Линда Нигматуллина, Руслан Гончаров. Казахстан. Оценки за технику. 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 5-9. Средний балл 5,98 балла. Оценки за артистизм. 6-0, 6-0, 5-9, 5-9, 6-0. Средний балл 5,96 балла. Общий балл 11,94 балла. Да, да. Странно, Татьяна Анатольевна, вот мне показалось, ребята как никогда вот оторвались. Неужели вы этого не почувствовали? За артистизм 5-9, право ваше. Ну, ты знаешь, что входит в мое понятие артистизм? Здесь было, я за технику, все, что они делали, это было совершенно замечательно. И таким даже легким шоком для меня. Он очень долго начинался, этот танец. Очень интересно начинался, когда они ходили по этим стаканчикам. Потом внутри номера, это была очень большая для меня остановка. Именно постановочная. И я позволила себе поставить за это 5-9. И когда она здесь, на авансцене, тоже очень здорово двигалась, то партнер там делал абсолютно простые движения, которые делались и в 20 веке, и теперь перешли в 21-й. Все. Дима, что чувствуешь ты? Я хочу сказать очень коротко. Мне кажется, что Линда делала то, что она делала, круче, чем Майкл Джексон. Она сделала это очень круто. Все, все, что я могу сказать. Знаешь что? Я даже не верю тебе, что ты танцуешь со сломанным ребром. Абсолютно. Нет, на самом деле... Прекрасная вещь заморозка, и какое-то время практически ничего не чувствуешь, только при определенных наклонах, поэтому это не больно, Настя. Это не больно, это ты мне рекомендуешь, ты хочешь сказать. При определенных наклонах, то есть представьте, что бы она делала, если бы ребро было нормальным? Нет, не представляю. Если бы это в одну сторону не доклонилось, это было бы вообще, точно было бы 6-0. После того, как выставлены оценки, можно я скажу, мы сегодня танцевали без единой поддержки. Я так счастлива, что никто из членов жюри не сделал нам замечания. Поддержки в этом просто состоянии. А знаешь почему? Вам не сделали замечаний, потому что вы были в этом убедительно. Проклубили нас всех. Спасибо, Настя, тебе. И ты тоже это заметила, очень приятно. Я это заметила. Да, у меня есть глаза, так же, как и у наших телезрителей. Скажи, пожалуйста, сколько нужно времени, чтобы поставить вот такой танец? Правду, давай скажем правду. Давайте скажем правду, почему нет? Надо сказать правду, да, скажи. Ну, к этому танцу мы... После оценок можно. Готовились буквально, наверное, часа 22. Я Руслана достала со льдом, я постоянно его туда таскаю, мы уже ругаемся, я постоянно говорю, давай на лёд. И... Пол, она говорит, на лёд. Ну, в общем, тяни-толкай. Ну, в общем-то, так более-менее получилось, мы рады. Зато и то более-менее сейчас в порядке, мне хоть не стыдно уже. Нет, и нам не стыдно. Ну, хоть не деретесь? Не, ну, боже упаси. У нас споры, а в спорах всегда рождается истина. Рождается. О, да. Спасибо, удачи. Спасибо, Настя, огромное.